мраморный чирок – птица семейства утиных. Обитают в Центральной Азии, Испании. Длина тела 40 сантиметров, вес 400 грамм. Мраморные чирки отлично плавают, глубоко ныряют. Часто садятся на деревья. Эти утки населяют поросшие тростником озера с кустарниками и деревьями по берегам. Питаются мелкими беспозвоночными, водорослями. Гнездятся на земле, в дуплах деревьев, а также в гнездах других птиц. В кладке от 7 до 12 яиц. Мраморный чирок занесен в Международную Красную Книгу. Линька происходит 2 раза в году. Мраморные чирки – достаточно молчаливые птицы. Наиболее активны в сумерках и на рассвете. Продолжительность жизни от 20 до 30 лет.